И тут мы переходим к пророку Михею. Это такая середина или сердце 12 пророков. Это последний из 12 пророков, который пророчествовал в то время, когда и Израиль, и Иудеи еще существовали. Кстати, Михея часто называют Исаией в миниатюре. Он проповедует в то же время, что Исаия. И а, он включен в список 12, потому что, как мы с вами уже видели, он начинает и завершает свою книгу а, с того суда, который у Бога с его народом. И самое начало. «Слушайте все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, горы растают под ним, долины распадутся». И так далее. Пятый стих. «Все это за нечесть Иакова, за грех дома Израилева. От кого не честь Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в, Иуде, в Иудее? Не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развален в поле. И так далее. То есть, штука в том, что и север, и юг объединены в своем непослушании Господу. И Господь по этой причине принесет свой суд и на тех, и на других. Сначала на Самарию, а потом и на Иерусалим. И когда мы читаем этот текст, мы понимаем, что перед нами снова и снова грех Иакова. И он не различает север и юг. Он обращается к северу и к югу. Он говорит, что и север и юг виновны в одних и тех же грехах, и суд от Бога будет один и тот же на оба народа. И он начинает в первой главе и кульминация этого суда, а в шестой главе и самом начале седьмой. Мы с вами примерно так же поступили с книгой Оси. То же самое примерно сделаем с книгой Михея. Смотрите, мы сейчас будем проходить эту книгу и будем также раскрывать литературную структуру. Я, кстати, считаю, как и большинство комментаторов, что это троичная структура, три основные части. В начале каждой из этих частей слово «слушайте». Первая и вторая главы. «Суд Яхвы над Израилем и над Иудеей, над обоими царствами». Третья глава. «Суд Яхвы над лидерами, над предводителями Израиля». И в конечном счете, Бог буквально уберет, удалит, об этом мы читаем в пятой главе 1, 1 и 2 стихи буквально уберет судья, судью Израиля и поставит другого царя, который придет из Ифлиема. Но очень важно, что в первых двух главах. Ну и также в какой-то мере в шестой и седьмой главе тоже прежде всего суд и затем уже восстановление. А в первой части у нас только два стиха, которые говорят о восстановлении. Но оно все же есть. В заключительной части у нас более обширный фрагмент, который тоже говорит о восстановлении. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как в среднем разделе о восстановлении как говорится гораздо больше, чем о суде. То есть он говорит против лидеров народа. Он говорит о том, как Бог принесет свой суд на лидеров. И в конечном счете, третья глава, 12 стих, «Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудую развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». То есть будет разрушение, будет опустошение, все это придет на Иерусалим по причине того, что ру руководители Израиля, вожди Израиля, Вели Израиль в непослушание Богу. Лидеры, вожди, пророки, все те, кто в принципе должны были бы вести людей в праведность, вводили их в непослушание. И затем 4 глава начинается с того же, о чем мы уже читали в Исаии вторая глава. Кто кого цитирует, я не знаю. И, честно говоря, мне не важно, это Слово Божие. И будет в последние дни гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы, и пойдут многие народы, и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима». То есть Михей, как и Исаия во второй главе, говорит о спасении, говорит о том, что народы будут приходить на Сион, то есть через Сион, спасение, дойдет до народов. И здесь будут некоторые вопросы, которые мы увидим в связи с пятой главой, первым и вторым стихами. И, наконец, последнее обвинение против народа. Вот Михей, он выступает здесь как прокурор, он провозглашает грехи Божьего народа. И говорит о том, как Бог будет судить свой народ. И дальше интересный разворот. И тут очень важный ключевой стих. Седьмая глава, седьмой стих а я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». Девятый стих. «Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». То есть, в конце концов, все это приведет к восстановлению, к национальному государственному восстановлению Израиля. Но вот что интересно. Мы с вами начинали с Оси, Бог судится со своим народом за неверность завету. Неверность Богу Яхве. Михей ⁇ это кульминация. Таким образом, мы с вами прошли практически первую половину шести из двенадцати пророков, и дело открыто, дело Яхва против народа открыто. Но мы понимаем, что сначала будет суд, а потом будет восстановление. И мы видим также, что ничто не может остановить Божий суд. То есть он придет сначала на Израиль, потом на другие народы. Мы видели уже указания на это, предвестники этого, этого, в истории. Мы видели также уже и ссылку, Вавилонский плен, возвращение из Вавилонского плена. Но мы понимаем, что День Господень так и не начался. Мы видим, что Бог послал на них свои проклятия, описанные еще в Торе, но эти проклятия еще посланы не полностью. И вот в этом контексте Михей, в тот момент истории, когда Самария уже занята, взята, и самарян тоже уже переселили, мы видим также некую прелюдию, того избавления, которое Бог пошлет своему народу в будущем. И израильтяне теперь понимают, что на всех на них вместе пришел суд. И Михей говорит от имени праведного остатка. В свете всего того, что Бог совершит, говорит Михей, я могу сделать только одно. Ждать, смотреть, уповать. И в свое время Бог меня оправдает. И вот здесь Михей очень похож на своего сослужителя Исаю. Он говорит о праведном остатке. Остатке, который переходит из рода в род, из поколения в поколение. Он говорит о том, что... Будет этот остаток до последнего суда, до восстановления. Именно в этом и будет оправдание праведного в Израиле. И, собственно говоря, на этой ноте и завершает свое повествование Михей. Он говорит о том, что Бог совершит свой замысел, совершит а, свою цель, исполнит свою цель. И это будет предвестник того, что совершится в конце дней. И праведнику Израиля остается только одно: ждать, уповать и смотреть. И он будет отмщен только тогда, когда Бог исполнит свой замысел и свою цель. И вот именно на этом фоне, именно в контексте этой темы, необходимо читать книги пророков от Наума до Малахи. То есть они тоже ведь будут говорить о грядущем суде, и о восстановлении. Но именно в этих книгах Главным станет то, на что уповает праведник, когда он проходит со своим народом через все эти испытания, совершаются Божьи цели, исполняются Божьи цели для Божьего народа и других народов. Ну а теперь давайте вернемся к двум проблемам right. толкования. Михея, 5 глава, 1 и 2 стихи. Опять-таки, мы говорим о том, как Бог приносит суд свой на свой народ по причине неверия и непослушания руководителей, лидеров. Бог приносит на них суд, как предвестник восстановления. И вот 5 глава, 1 стих: теперь ополчись, дщерь полчищ, обложи нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. Так что это такая прелюдия к восстановлению, конечно. Но в этой прелюдии мы читаем о том, что Бог будет наказывать через военное поражение, лидера Израиля. Так кто же этот судья? Это что, Мессия? Потому что вы помните, что именно Мессию били по ланитам, по губам. Однако в Новом Завете его авторы ни разу не ссылаются ни прямо, ни косвенно на пятую главу, первый стих книги Михея. Я думаю, что гораздо правильнее сказать, что Бог говорит здесь о историческом царе из династии Давида. То есть сначала будет суд Божий на физического продолжателя рода Давида. Интересно, что говорится о нем как о судье Израиля, а не о царе Израиля. По этой причине многие комментаторы, такие как доктор, доктор Файнберг и я в том числе, считаем, что речь идет о прекращении династии Давида на троне Израиля. Произошло это в Седекии, в жизни Седекии. Вы помните, что Седекия был фактически царем-марионеткой, поставленным Новуходоносором потому что Ихония был сослан в Вавилон, и вот, соответственно, Стекия становится царем Израиля и судьей Израиля. И именно он оказывается избит, и другого царя из династии Давида не будет, пока не придет другой, 5 глава, 2 стих, тот, который придет из Вифлеема родного города самого Давида. Так что я скорее склоняюсь к позиции о том, что Михей конкретно пророчествует о том человеке, который в конце концов понесет последствия, понесет на себя последствия развала дома Давида, развала правления Давида. Этим человеком был Сидекия. И, конечно, я могу согласиться также с Б, с пунктом Б. А, ну, если вы считаете, что пророки не могли пророчествовать, вам придется принимать только пророчество, только позицию Б. Я могу согласиться с позицией Б, но принимаю все-таки здесь позицию С. Дальше, пятая глава, второй стих. А кто же это тот, кто придет из Вифлеема? Кто он, который станет? Царем Израилева, Израиля. Мы читаем а, о том, что, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало одни а вечных. Кстати, русский перевод здесь очень точен. Происхождение изначало или буквально даже из дней начала, о дне вечных, как здесь написано. Так что Михей к этому моменту говорит только одно. Он говорит о том, что происхождение грядущего уходит в древность Израиля. Вечность и древность в данном случае это такая вечность, перевернутая назад, вечность, которая развернута в прошлое. Да, я считаю, что у Мессии вечная природа. Я, конечно, читаю Иоанна первую главу и без проблем. Но в данном случае в этом контексте это не вечность во вселенском смысле, а в смысле Израиля это Мессия, который придет из дома Давида. То есть его предки были вечно в этом доме, в этой династии. Он укоренен в этой династии Давида. Это не про вечность Вселенскую. Это про вечное пребывание в династии Давида. Я здесь беру, выбираю пункт «Б» все-таки, вариант «Б». Кстати, доктор Файнберг считает, что первый пункт верен, первая точка зрения верна. Я, однако, все-таки думаю, что, вет... что Новый Завет слишком сильно влияет на понимание Файнберга. Но, скажем так, я придерживаюсь, скажем так, второй позиции, позиции под пунктом Б. Что речь идет о человеческом происхождении Мессии, а не о духовной природе Мессии. Только ни в коем случае не говорите, что я отрицаю вечную природу Мессии. Просто в этом фрагменте не о ней говорится. По крайней мере, я не считаю, что о ней говорится здесь. Так что я стою на позиции Б на второй позиции. Но это интересный фрагмент. Примите решение, прежде чем вы будете проповедовать об этом. Кстати, примите решение по этому фрагменту, даже прежде чем вы будете проповедовать по Матфею 2 глава, потому что там очень важная цитата, цитата как раз из этого места. Это важная цитата для а, толкователей. Вот книги Ионы и Михея. Есть ли у кого-то вопросы по двум этим частям из священного Писания? А потом мы быстро сделаем обзор от Наума до Сафонии. А некоторые подробности завершим в следующий раз. кого-то есть вопросы? Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tv Ну хорошо, суд неизбежен, неотвратим, ничто не может его а, остановить. Никакое покаяние Израиля в этот момент не остановит Божий суд. Более того, на ум, в конечном счете даже среди язычников, говорит, что... Ничто не остановит Божий суд над Ниневией. Это такой контрапункт, такое противопоставление книги Пророка Ионы. Мы видим в первой главе Наума, что Бог это Бог, который судит, Бог-Мститель. Бог произведет свой суд над Ниневией. И ничто его не может остановить. Более того, не только ничто не может остановить суд Божий над Ниневией, но в следующем фрагменте Авакум, пророк мы увидим, что ничто не может остановить суд Божий над Иудеей. Даже мольбы пророка не остановит Бога. Вакум первая глава. Слушай, Яхва, ты замечаешь, какая тут несправедливость? Да, конечно. И замечаю, и с этим разберусь. Я приведу сюда халдеев, и они сотрут твой народ с лица земли. Я, конечно, преувеличиваю, я понимаю, но все же. Ну да, я вообще в курсе. У меня тут есть те, через которых я совершу свой суд. А Вакум говорит: слушай, Господи, это, как же это так? Ведь э, у тебя же есть более э, праведные люди, чем эти халдеи. Ты да что, через халдеев, через жителей Вавилона, будешь судить нас? Ну, я знаю, что это не ответ, но я подожду твоего ответа, Господи. Но не беспокойся. Надменный человек, то есть его душа, не в порядке. Поэтому он, как бродящее вино, не успокаивается. Так что расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и так далее. То есть он будет стремиться проливать кровь все больше и больше. Пятый стих и дальше, во второй главе. И Бог говорит, я сначала через жителей Вавилона буду судить иудеев, а потом буду судить самих жителей Вавилона. А тем временем, временем праведный верою жив будет. То есть праведный будет стремиться ко мне. Он будет укореняться во мне, в Боге, пока я буду судить и Иудею, и Вавилон. И вот третья глава. Авакум молится и призывает Господа осуществить его волю. Третья глава, 16 стих. Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести о том задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. И 18 стих. «Но ну и тогда я буду радоваться, о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои воз... возведет меня. То есть Авакум понимает, что Суд Божий грядет, ничто его не остановит, но надо ждать и уповать на Господа. Господь совершит свое дело, и, при... и придет оправдание, оно придет в будущем. Дальше Сафония завершает все это, говорит о гневе Божьем, о гневе, который пришел на Ниневию, на Иудею, на Вавилон. К тому моменту, когда эта книга написана, Сафония напоминает нам, что в конце концов суды Дня Господня придут на все народы. И снова мы читаем об их неотвратимости. И мы понимаем, что Бог оставит среди народа 12 стих, но оставлю среди тебя народ смиренный и простой. И они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, дщерь Сиона, торжествуй, Израиль». То есть этот народ, этот остаток будет знать восстановление, которое посылает Бог, восстановление, которое станет реальностью. И контекст таков. «Ожидайте Господа, который совершит свою волю». И дальше Агей, Захария, Малахия говорят о том, как Бог осуществляет свою волю после ссылки, после плена. Ободритесь, ободритесь тем, что вы уже слышали из пророческого слова. Примите уроки, которые открывает вам Бог. И как праведные верой, доверяйте Богу и уповайте на Него в том, что Он исполнит свои обещания народам в будущем. Ну а пока ждите терпеливо. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.